Летняя школа технологии плюс бизнес, проект лаборатории физических основ и технологий беспроводной связи ННГУ стартовала в 2003 году и с тех пор не сбавляла темпа. Ученые и предприниматели дают шанс студентам и школьникам придумать и развить собственный проект в IT-индустрии. Внешний поток свежих идей, новых людей, свежей крови, да, то есть он очень необходим для того, чтобы формировать свои новые конкурентные преимущества. Вот в этом такая фишка, что ли, наших школ. Мы пытаемся на университетской почве развивать такой практический подход, доведение любой идеи до реализации. Команды, которые умеют представить к окончанию школы реальный работающий проект, они дальше, как правило, этот проект, им жалко его бросать, да? Они пытаются довести его до ума. Проект называется «Мономориум». Целью данного проекта является создание робота на управление импульсными нейронными сетями. Данный робот обладает способностью к постоянному самообучению и может использоваться в условиях нехватки данных. Мы планируем разработать физическую модель, также программное обеспечение для последующего обучения и различных конфигураций данного робота. Есть две проблемы. Некуда повесить, некуда и нечего надеть у стра. Поэтому нужно было организовывать пространство вещей в шкафу довольно оптимально, с удобным интерфейсом с точки зрения пользователя на планшете или любом другом мобильном устройстве. По нажатию одной кнопки либо выдвигаются ящички, в которых эти вещи находятся, либо сами вешалки выходят из дверок шкафа. Мы разработали свой проект Canary, покупая его, вы ставите его в дом, и он снимает показания с датчиков. Это температура, влажность, кислород, чтобы мы могли все время отслеживать данные показания. Данный прибор мы сделали более стационарный, чтобы его можно... Он дорогой на данный момент, да, но мы планируем его удешевить, чтобы он был доступен для каждого. То есть сейчас его цена около 11 тысяч, мы его планируем довести до 2-3. Вы можете предложить свою идею, вы можете придумать некий проект и реализовывать его самостоятельно. У нас нет никаких ограничений в этом плане. Технологи начинают понимать, для чего нужно и как можно сделать более востребованным то, что они делают. Бизнес, люди начинают понимать вообще, что ждать от того продукта. И пытаются формировать образ продукта, который действительно будет востребован на рынке. Главная идея школы Алексея Умнова – лучший результат научных исследований – коммерциализация. Под этим лозунгом на IT-рынок вышли самые известные проекты выпускники школы – Дорога ТВ, онлайн-мониторинг пробок и Лесной дозор – система обнаружения пожаров. А вообще принцип действия системы достаточно простой. Это видеокамеры управляемые, как вот рядом со мной, которые располагаются. Они размещаются на вышке оператора связи на достаточной высоте, там выше 50-60 метров. И вот непрерывно осматривают территорию вокруг себя специальное программное обеспечение, которое обнаруживает дымы, поднимающиеся из леса, и определяет координаты пожара. То есть в настоящее время, вот за эти 7-8 лет реализации проекта, с одного региона Нижегородской области, сейчас система «Лесной дозор» работает где-то в 30 регионах России и даже в других странах. То есть у нас есть первые системы, которые работают в Восточной Европе. У нас сейчас получено там 6 российских патентов, мы получили первый американский патент. Пытаемся выйти на международный рынок, и мне как бы льстит, что некие наши технологии, которые вот здесь появились с нуля, они реально спасают там миллионы гектар леса по всей России сейчас. В последние 4 года школа технологий плюс бизнес особое внимание уделяет интернету вещей, новому подходу к построению цифрового мира, который должен объединить в единую систему виртуальные и реальные вещи, а также дать этим вещам возможность взаимодействовать даже без участия человека. Главной технологической платформой школы является система Altera Zoom, разработка компании «Лаборатория мобильных сервисов», позволяющая пользователю работать как с привычными мультимедийными документами, так и со всевозможными приборами и гаджетами. Продукт, который разрабатывается в рамках этой компании, он позволяет пользователю организовывать свое персональное информационное пространство и снижать в нем такой уровень информационного шума. Таким образом, что всегда ему любая информация доступна, и он может по любой теме копить информацию практически в течение всей жизни. Среди участников школы есть фанаты, которые год за годом участвуют в ее сессиях, а в перерывах между ними продолжают работу в стенах университета имени Лобачевского. Они развивают свои идеи, прокачивают свои навыки и продвигают свои проекты.
А все потому, что есть вера в себя, в будущее хорошей задумки, возможности отечественной экономики. Для них успех – это всегда технологии плюс бизнес.